Всем доброго времени суток. Мерики Натальи, центр Альфа-Омега Плюс, представляет вам гороскоп на 17 апреля 2018 года. Начало третьего лунного дня. Луна в Тельце. Вчера у нас с вами было новолуние, и мы сегодня находимся под его энергией. Поэтому сегодня нельзя лениться. Инертность и пассивность могут привести к депрессии. Появится достаточно ресурсов для того, чтобы свернуть горы. Нужно действовать решительно и не терять ни минуты. Не стоит спорить, раздражаться по мелочам. Сегодня благоприятный день для практических дел. Можно делать ранее запланированные покупки, особенно мебели и вещей, предназначенных для создания уюта и комфорта в доме. Вы можете провести также магические ритуалы по защите дома. Сегодня вы также можете ощутить гармонию и стабильность жизни. Вам будет все удаваться. Проведите вечер с друзьями. Магия этого дня – это воспитание в себе тех качеств, которые бы вы хотели видеть в других людях. Из бытовых дел сегодня стоит избавляться от старых вещей, заниматься рукоделием. По здоровью сегодня полезны дыхательные практики, пение и очищение кишечника. Эффективно также лечение мочеполовой системы. Сегодняшний день благоприятен для многих знаков зодиака, для близнецов, дев, козерогов и рыб, и менее благоприятен для раков и весов. А завтра я вам расскажу о самом мистическом дне года, согласно ведической астрологии. Завтра нас ждет необыкновенный день. Если вы еще не подписаны на наши гороскопы, подписывайтесь, и вы будете регулярно получать их на почту. Всем до завтра!